Добрый вечер. Добрый вечер, уважаемые зрители. Ну что, будем начинать наш вечер. И знаете, я хочу вот с какого нового рассказа начать свое выступление. Я прочитаю такую сказку. Сказку для взрослых. Те, кому это будет скучно, вы не обижайтесь, потерпите. Я потом смешное расскажу, такое очевидное смешное. Жванецкий меня спросил: скажи, пожалуйста, ты когда-нибудь сказку написал в жизни? Я говорю: нет. Он говорит: и я нет, мы не настоящие писатели. И я, знаете, я комплексовал несколько лет. А потом вдруг пришла на ум одна идея. Я хочу поделиться этой идеей не только с вами, но и с телезрителями. А вдруг будет понятно, о чем она. Может быть, некоторые поймут, о чем. И такая сказка. Называется «Сказка ложь, да в ней намек». В детстве я очень любил читать русские народные сказки. Перечитывал по много раз. Особенно, вот ну, так хотелось понять, что это за полный расчудесных чудес царство. 39-е, 30-е, где оно находится? Я искал на карте. У папы спрашивал, Австралия может быть таким царством? А берег Слоновой Кости? А Гренландия? Нет, каждый раз разочаровывал меня папа. Государство с таким мудреным названием может быть только в России. Не прошло и 50 лет, понял я, где нужно искать такое царство. В названии. Я вдруг задумался, почему оно составлено из цифр. И неожиданно для себя ответил. В древности, когда сочиняли сказки, люди каждому числу придавали магический смысл. Например, название царства 3-9 начинается с тройки. Тройка издревле почиталась народами как символ духовной гармонии. Святая Троица. У большинства древних народов мир покоился на трех китах, трех слонах, трех черепахах. Чтобы стул и стол не падали, им достаточно трех ножек, не четырех. Более того, тройка гармонизирует любое произведение искусства. Каждое литературное, не графоманское произведение имеет три части. Завязка, кульминация, развязка. Недаром многие из тех, кто учился в государственной советской школе на тройке, потом превращались в гениев, литературы, музыки, театра. Это я не о себе, не надо так смеяться. Нет. Я учился на четверке с двойками. Вам приятно надо мной смеяться, я понимаю. Надо сразу отметить, что особенно почитали цифру 3 на Руси. Например, волхвы, они же астрологи, они же целители, всегда ходили по тре. Они по тре быстрее соображали, что кому наволховить. Тогда и появилось известное выражение «соображать на троих». А в советские годы, я же помню, тройка тоже уравновешивала общество, да. Недовольные, возмущенные работой за бесценок советские люди после работы разбивались по трое, скидывались по рублю. И в их душе ненадолго наступало счастливое равновесие. Я думаю, цена на водку, именно 3 рубля, держала советское общество очень долго в устойчивом состоянии. А вы вспомните, все митинги и бунты когда начались? Когда цену повысили до 4 рублей. То есть, согласно восточной философии, нарушилась равнобедренность треугольника, потребности, обязанности, удовольствия. Скидываться на удовольствие больше, чем по рублю, было уже не по возможностям, а более чем на троих, не по потребностям. Ну, вы представляете, я бы это в аншлаге читать начал. Вот что значит театральный зал. Словом, у кого много троек в жизни, не изменяйте тройки, иначе развалитесь, как советская власть. Тройка – это гармония, равновесие. И кто об этом помнит, у того может открыться третий. Молодцы. Все, можно не договаривать. Так что цифра 3 в названии намекает, что жизнь-то в царстве могла быть гармоничной, задушевной. Но 3-9, девятка, сейчас не обижайтесь те, у кого много девяток. Вот девятка число лицемерное. Да, с одной стороны, это тройка умножена на тройку, гармония в квадрате. С другой, перевернутая шестерка. В современном христианском мире число 6, между прочим, вообще считается любимым числом дьявола. Согласно библейскому апокрифу, властелин тьмы должен родиться хорошеньким мальчиком с ангельским личиком и с 3 шестерками на затылке. Этим сюжетом Голливуд не раз пугал доверчивое американское народонаселение. Да, и довел его до того, что многие американские обыватели при рождении ребенка заглядывают ему в затылок.
и тщательно в нем копошатся. Мол, что там родилось такое? Надо сразу отметить, что особенно тонко чувствовали цифру 6 на Руси. Всех, кто прислуживает нечисти, на уголовной зоне, называли шестерками. Все-таки страна утонченной эзотерики, Россия. Хотя русский — это не национальность, это экстрим. Кстати, я заметил, что в советское время люди искусства ездили на «Жигулях» третьей модели, а бандиты на девятой. Замечено, что девятка особенно часто встречается в номерах телефонов у политиков, бизнесменов и чиновников, а также в их номерах на машинах. Вот! Им самонадеянно кажется, что они совершенство. Гармония в квадрате, а на самом деле просто перевернутые шестерки. Оборотни. Лицемерны, как ценник, на котором написано 999 рублей вместо 1000. Знаете, это замануха такая. Вот, мол, это не 1000, это меньше. Это 999. То есть сочетанием 3-9. Сочинители сказок передают нам свою настороженность. Мол, конечно, в государстве все могло быть гармонично, но их беспокоит. На причины своей тревоги они указали в продолжении названия. 3-10, прилепили десятку. А десятка в те давние времена вообще главной цифрой не считалась. В так называемый «золотой век истории» человек пользовался шестеричной системой счета, не десятиричной. До нас докатилось воспоминание о том времени. Деление часа на 60 минут, минуты на 60 секунд. Человек тогда владел 6 предметами, которые создал своим трудом. Той цифры 6 ему было достаточно, чтобы их пересчитать. До сих пор восточный аксакал утверждает, что для счастья человеку достаточно 6 вещей. Правда, не уточняют, каких. Для одного это, в первую очередь, зубная щетка и молитвенник, для другого — кредитная карточка и остров в Тихом океане. Потому что люди тогда не воевали, не было парламентов, недвижимости, таможен, попсы, папарацци, залоговой приватизации, вторичного вложения ваучеров. И даже не было фабрик звезд с их бесконечными выкидышами. Поэтому называлось время, называлось «золотой век». Но в какой-то момент истории человеку стало не хватать своего. Понадобилось чужое. Причем чужое понадобилось. Гениальный русский язык. Позарез. Появились дружины по современному секьюрити. Аппетиты росли, секьюрити распухали до армии. Именно первые армии и начали делиться по 10 человек. Вот когда десятка завладела миром. А изобретение денег окончательно закрепило рейтинг десятки, поскольку, согласитесь, неудобно как-то пересчитывать 1 000 000 шестерками. Словом, 3-9 царство, 3-10 государство, теперь можно понять, это мифическое царство, в котором все могло быть гармонично и задушевно, но, говоря современным языком, в нем сбилась программа. И оно из волшебного царства превратилось в банальное государство. Я разделяю просто понятие родины и государства. Потому что вот я считаю, я живу в лучшей в мире родине. Но в чудовищном государстве. Продолжаем расшифровку сказки. Это такая расшифровка. Я расцениваю иногда сказки как послание нам из древних времен. Когда те древние знали то, чего мы уже не знаем. Но обыватель рассказывал по-своему. Поэтому надо расшифровать. Итак, жил в царстве царь. Царь, не король. Король — это власть, деньги, войны, это банально. А царь в переводе с языка древнейших предков, наших, славянских, означает властелин законов природы, гордый лев, царь, зверей, не король. Основная разница между царем и королем в том, что царь выходит из дворца, чтобы что-нибудь дать людям, а король, чтобы у них отнять. Недаром говорили, только в нашем народе царь-батюшка. Согласитесь, нелепо было бы назвать французского Людовика XV батюшкой. Кстати, королевским до сих пор называют все, что связано с неким оттенком бессовестности. Королева красоты, королева бензоколонки. Снежная королева тоже не самое альтруистическое существо. Но зато от любви расцветает и лицом, и туловищем. Поэтому считается сказкой. Ну, помните сюжет? Царевич жабу увидел. Она ему говорит: возьми меня к себе в спальню. Он взял. В кровать взял. На утро красавица. Вот. Поэтому сказки. Только в сказке на утро женщина. Продолжаем. Было у царя три сына.
Старшие два жили согласно сбившейся программе, поэтому в государстве, где программа сбилась, считались умными. Они, как и большинство, путали понятие родина-государство, ценили государство, а не родину. В женской красоте предпочитали косметику. Нравственность путали с юриспруденцией, а людей уважали не за талант, а за рейтинг. А любовь вообще заменили браком. Кстати, только в государстве, где очень сильно сбилась программа, любовь может заканчиваться браком. Это ж надо так называть. Брачный контракт. А невесты и жениха называют иногда брачующимися. Только русские, у русских есть выражение «хорошее браком не назовут». Правильно. У нас вообще многозначный язык. Вот, например, «замужество» — гениальное слово. Раздельно. Это медаль можно давать женщинам замужним. Только раздельно писать «замужество». Это такой лингвистический трактат. А вот третий сын, тот, который дурак, с таким положением в батюшкином хозяйстве не был согласен. Поэтому третий, Иванушка, он все время думал. Точнее, он медитировал. Медитировал он на печи. Ну, поскольку хорошей сантехники не было еще в ту пору. Не на чем было медитировать. А тех, кто много думает, на Руси всегда считали... дураками, ползала понимать. Замечательно. А тем более тех, кто медитирует. Это уж тем более. Тот дурак просто окончательный. Думал Иванушка над извечно русскими проблемами. Как быть, что делать и как бы никогда не работать. Так бы и просидел он всю жизнь на печи, нагревая свою нижнюю чакру кундалини и заряжая ее бесполезной богатырской энергией огня отечественной печи. Ну, такие слова, знаете, кундалини вообще. Так бы просидел он всю жизнь, если бы вдруг ни с того ни с сего не учудил папаня. Вообще, папаня тоже фрукт тот еще был, вот редкий пассажир. У него с детства был конфликт между аурой, которую дал ему Господь, и короной, которая досталась по наследству. Ну, батюшка поровну потом... Кстати, аура как раз и перешла младшему сыну, потому что он наследство батюшка поделил поровну. Старшим сыновьям отошла казна и полцарства, а младшему аура и долги совести. Вот как раз аурой царь-батюшка вдруг начал чувствовать, неладное что-то творится в государстве. Реки вроде молочные, берега кисельные. Не так. А что не так, не мог понять. Надо было что-то делать. А как, что делать? Не было в то время такого выражения. Восстановить программу. Впрочем, нашему человеку, чтобы начать действовать, не обязательно понимать, ради чего. Поэтому сформулировал царь-батюшка свою задачу по-русски, по-нашенски, от души. Пойди туда, неизвестно куда, принеси то, не знаю что. Первые два сына, как это услышали, решили, у бати начался рассеянный атеросклероз. Или какая-нибудь плохая примета привиделась. Например, дорогу перебежала черная кошка с пустым ведром. А вот дурак... Дурак откликнулся сразу на то, он и дурак, чтобы откликаться, когда отмалчиваются умные. Подвиги — это удел дураков. Умные, просчитывая каждый свой поступок, приходят к выводу, что подвиги бесприбыльны. Ну вот представьте себе Березовского, идущего на подвиг. Ну это невозможно. Это оксиморон, как живой труп. Подвиги не дают денег. Только полному дураку незамутненная интуиция могла подсказать, что где-то неизвестно где, но что-то неизвестно что, но очень важное существует, и на поиске это неизвестно чего он должен отправиться туда, куда глаза глядят. Умный на такой подвиг не способен. Ну, Иванушка хоть был дураком, а маршрут выбрал себе весьма неглупый, за 3/9 земель. То есть за пределы государства, где сбилась программа. Сначала ехал темным лесом, помните, в сказке конкретно сказано. Долго ехал в потемках. То есть вообще не понимал, с какой стороны подобраться к папиной задаче. Пока не встретил Бабу-Ягу. Сейчас я о Бабе-Яге буду говорить, женщина, извините. Не за внешность, за судьбу. Мужик засмеялся один особенно. Баба-Яга, надо сразу сказать, персонаж не банальный и неоднозначный. Во-первых, это женщина с несложившейся судьбой и огромным комплексом неполноценности. Ну, женщины хихикают, понимают о чем.
Мало того, что баба-яга лицом не вышла, правда, лицом она не вышла к старости, а в молодости была очень красивой. Да-да, о таких обычно говорят: красивая, зато умная. О, какой зал хороший, замечательный сегодня. Я понимаю, нелегко нынче представить себе бабу-ягу молодой. Однако ж была, была, и Господь одарил ее необычайным даром. Дар – это тоже в русском языке, это то, что дается небом даром. И дано был, и должно быть отдано людям тоже не за деньги, даром. То есть она была экстрасенсом. Говоря по-современному, и могла стать целительницей, вылечить немало хороших, добрых людей. Но, женщина, извините, будучи совсем юной, она встретила Кощея. И с тех пор вся жизнь ее пошла наперекосяк. Хотя мама ее обо всем предупреждала. Мама все знала. Мама ни одного Кощея повидала за свою жизнь. Женщины хохочут, понимают. Но яга ее не послушала. Мама, что ты, блин, гонишь? Ее можно понять. Кощей был строен, высок, чертовски собою хорош. И точен русский язык, дьявольски умен. Что он не вытворял, чтобы подключить все 96 лепестков ее нижней божественной чакры кундалини к своему бесовскому источнику бесперебойного питания? Я не в том смысле, не надо. Ну как вам не стыдно? И на ковре-самолете он ягу катал, и поляны накрывал скатертью самобранкой. Однажды даже притащил простынь-самобранку. Ой, такого Бэтмена корчил из себя. И метлу подарил с наворотами. И ступу последней модели. Вот тут она и сдалась после ступы. Отсюда выражение «оступиться». Вот когда Господь отключил ее от своего небесного энергораспределителя, поскольку служить Божьим даром нечисти есть кощунство. Отсюда выражение «служить Кощею» – кощунство. И у таких людей не только третий божественный глаз закрывается, но и свои два перестают видеть. А вскоре вполне банальная история. Женщины опять должны меня понять. У Кощея новые бабки-ёшки завелись. Помоложе. Чтобы без лишнего шума от нашей еги отделаться, он ей недвижимость подарил. Избушку на курьих ножках. Небольшая недвижимость, но подальше подобрал. На краю света, в спальном районе. Ну, чтобы ей проблемно было до него в центр добираться. А главное, дьявольски умен был, на курьих ножках. Знал, земля, она матушка, она добром заряжает людей. Короче, лишил ягу заземления. С тех пор бедная баба-яга только об одном мечтала. Как бы Кощею за все отомстить. За несложившуюся судьбу, за то, что замужем официально ни разу не была. За то, что отдала этому абсолюту зла лучшие столетия своей жизни. Хотя продолжала делать вид, что верой и правдой служит его кривденному делу. Всех пугала, строчала. Каждого встречного съесть обещала. При этом, заметьте, ни в одной сказке даже в печку никого не засунул. Та, косточки разбросает вокруг избушки. Для чего-то. Приписками занималась. А сама добрая была. Поэтому, чтобы силы в себе духовные возродить, третий глаз оживить, перешла на вегетарианскую еду, занялась йогой. Поэтому ее и прозвали Баба-Йога. Зато, как только увидела она своим восстановленным третьим глазом незапятнанную ауру Ивана-Царевича, его готовую к подвигам перегретую на печи чакру кундалини, поняла перед ней богатырь. В те времена слово «богатырь» в те давние слагалось из двух слов «бог» и «тырить». Только «тырить» означало «копить». Это потом копить и воровать слились в процессе в одном. А в то время богатырем считался тот, кто накопил в себе Бога. А тот, кто накачал мышцы, тот не богатырь, тот качок. Правда, прежде чем отправить на подвиг Ивана-Царевича, баба-яга начала его обучать ему разуму. Из бунтаря превращать в просветленного. Она знала тайну тайн. Для зла опасна не сила, а просветление. А бунтарь без просветления опасен, как даун, играющий с высоковольтными проводами. Прежде всего, приобщила баба-яга царевича к йоге. Занятия йогой проходили на коврике. Иванушка способным оказался, быстро обучился перемещаться в пространстве астральным телом, не сходя с ковра и даже не снимая сапог. Ну, так появились выражения. Ковер-самолет, сапоги-скороходы. В Эстонии мне нравится фабрика, до сих пор работает. Эстонские сапоги-скороходы. Ничего, нормально.
Нормально, магнитные бури, это нормально. И когда она, наконец, поняла, что Иванушка натырил Бога в себе, она рассказала ему тайну тайн. Как лишить Кощея бессмертия? То есть попросту заказала Кощея Иванушке. «Прежде всего тебе нужен меч-кладенец», — сказала она. Меч и в то время означал оружие, а вот кладом, вот это самое главное, назывались тайные знания, до которых трудно докопаться. Как говорили о мудром человеке, это кладезь мудрости. Так что меч-кладенец первородно означал название советского журнала «Знание сила». Так вот, сначала, сказала Баба-Яга, почти шепотом, чтобы бесы не расслышали ее, потому что знала, ангелы слышат мысли, а бесы слова. Сначала ты должен мечом-кладенцом, то есть силой своих знаний, теперешних, рассечь тело Кощея. Не ищи его на краю света. Кощей так хитер, что спрятался в самом укромном местечке в каждом из нас. Затаился в самых потайных уголках клеточках нашего туловища. Заметь, именно наше туловище каждый раз втягивает нас во грех. «По себе знаю», — сказала Яга. Видимо, вспомнила что-то очень приятное из своего бесовского прошлого. Но отогнала воспоминания и продолжила. «Мысленно рассеки свое туловище мечом-кладенцом. Освободись от лишних греховных потребностей. Избавься от кощеевых пут, чтобы они не мешали тебе заглянуть туда, глубже, в себя. Там ты увидишь сундук. Это твое ментальное тело. Твои мысли, у каждого так много темных мыслей, что душе темно в этом кощеевом сундуке. Руби его кладенцом, и из сундука вылетит утка, твое астральное тело. Дай душе познать законы космоса. Без души ты не познаешь их ни телескопами, ни синхрофазотронами». Тут Баба-Яга еще хотела добавить «ни камерами Билсона», но, увидев глаза царевича, осеклась. Вспомнив вовремя еще назидание Творца одно. «Не грузи, не загрузим будешь». И продолжила ведать царевичу тайну тайн. Вселенная – это природа, символ Вселенной и космоса – яйцо. Оно внутри утки. Разбей его. Законы Вселенной есть в каждом из нас, только очень глубоко. Потому что мы их подавили, эти законы, загнали на самое дно наших клеточек. Они такие тонкие, что уместились в одной иголке. Будь внимателен. Игла – любимая защита бесов. Неспроста, говорят, посадить на иглу. Сломай ее. Освободи свои природные помыслы. И ты познаешь глубину самых чистых природных родниковых чувств. А значит, победишь Кощея в себе. И чем больше людей ты этому научишь, тем быстрее тебе удастся лишить зло бессмертия. Тут глаза у Бабы-Яги загорелись. Не по бабе, по-бабски. Так часто бывает с женщинами, которые чувствуют, сейчас отомстят скоро. И побрела Баба-Яга царевича одна денешенька вечное старческое бессмертие. Зато счастливая. Наконец-то кто-то ее выслушал. Если так дальше пойдет, может, вскоре и замуж кто возьмет. Какой-нибудь раскаявшийся леший, который тоже решил начать новую жизнь и тоже подсел на раздельное питание. Ягоды и грибы отдельно от заблудившихся ягодников и грибников. Вернулся Иван-царевич домой, радостный и просветленный. Царю-батюшке обо всем рассказал царь. Доволен остался сыном. Тут же по всему царству издал указ всем поданным немедленно сундуки переломать. Да яиц внутри себя докопаться. Иглы тоже переломать. Тем, кто предписание не исполнит, головы рубить. За послушание почетной грамоты премии отгулы. Невиданная кампания развернулась в царстве. Были организованы специальные за год пункты, такие собиркомы, куда народ свозил сломанные иглы и опускал их в урны. А над урнами висел плакат «Наше будущее в урнах». Вот только одно «но». Меча-кладенца ни у кого не было. Так что даже швейные иголки народ переломал за отгулы. А что царь-батюшка свои директивы сказать хотел, никто не понял. Поэтому со временем стали пересказывать эту директиву как потешную сказку. В таком виде она до нас и докатилась. Зато царевна из другого царства полюбила Ивана за его просветленную душу. И они поженились, и он ее просветлял весь медовый месяц. Он даже ей дал подержать меч-кладенец в первую брачную ночь. После чего они стали жить-поживать, добра наживать. То есть
добрые дела делать, а не тырить векселя с ваучерами. Поскольку свою жизнь они сверяли уже по Бабе-Яге, а не по Карнеге. И знали, что слово «богатый» произошло от слова «бог». Ты – бог. В ком бога много, тот богатый. А у кого много денег, тот не богатый, тот коллекционер. Потому что деньги, это еще Баба-Яга говорила, это помет бесов. Недаром только в русском народе есть поговорка «деньги – это зло». И правильное. Порой приходишь в магазин, видишь цены и думаешь, зла не хватает. Тут и сказочке конец. Кто намек понял, молодец. Кто должен набраться терпения, потому что быстро сказка сказывается, да, к сожалению, не скоро дело делается. А кто не понял, ничего страшного. Тому еще проще. Тот может продолжать искренне, без всяких дураков, считать, что все неприятности в его жизни зависят от центра избиркома, а виноваты во всем подстроенные выборы соседи и евреи. Я должен сказать в ваш адрес очень хорошие слова. Друзья мои, я очень старался, но вы мне здорово помогли. Ну, а сейчас давайте постепенно переходить к каким-то другим, таким более социальным сегодняшним нашим моментам жизни. Ну, начнем с афоризмов. Такую разминку после нагрузочного рассказа. Разгрузочная разминка. Знаете ли вы, что большинство людей в России было бы счастливо, если бы у них была фамилия Итого? А знаете ли вы, что у нас армия в России уже на контрактной основе? Заключаешь контракт с военкоматом и не идешь в армию? Но это по памяти написано, сейчас я этим не занимаюсь. Знаете вы, что в России пьяным не считается тот, кто может лежать на полу, ни за что не держась? Я писал в свое время такие эссе под названием «Не понимаю». Я должен сказать, что я до сих пор многого не понимаю. Я, например, не понимаю, как средний возраст российского мужчины 56 лет, а пенсионный 60. Ну, это такой разговор. Слышь, родители мне на Новый год подарили компьютерный стол. Могли бы еще компьютер подарить, но соседи рано вернулись. Я такие мелочи почитаю для начала, для того, чтобы немножко так подзавести вас. У женщины спрашивают, что вы можете сказать о любви? Ой, я не знаю, я мужу никогда не изменял. Телефонный звонок. Алло, это Гринпис? Да, но сейчас никого нет, все ушли в тайгу на охоту. Знаете ли вы, что в России есть две профессии позорить родину? Чиновник и футболист. Я про ЦСКА не говорю. Потому что там же два офицера российской армии негры играют. Вообще вся наша любовь к спорту свелась теперь к покупке негров за границей. Вот у кого больше негров в городе, у того лучше спорт. Уже в Сызрани негры появились, уже в Казани негры играют, везде. И скоро в хоккей негры начнут играть. Вот это будет негр на льду, это замечательное зрелище. Знаете ли вы, что в России чиновники составляют всего лишь 25% от всего неработающего населения страны? А знаете ли вы, что только у русских женщин шуруп, забитый молотком, держится дольше, чем гвоздь, завернутый отверткой? А знаете ли вы, что только русские дачники, наступая второй раз на грабли, радуются, что их не украли? А знаете ли вы, что только русские продавцы на вопрос «А водка хорошая?» отвечают: «Никто еще не жаловался». Видимо, уже ходить не могли, все уже. Знаете ли вы, что только русские гаишники, останавливая водителя, по инерции спрашивают: ваши документы и деньги, пожалуйста. Потом опомнятся и говорят: извините, документов не нужно. А знаете вы, что только у нас, приглашая в гости человека, говорят: приходите, будет много приличных людей, и вы. А знаете ли вы, что только наш человек может поить иностранца всю ночь, по пьянке уверять его, доказывать ему, что Россия страна придурков,
и дать ему в морду, когда он согласится. Вот такая мудрость, запоминайте. Знаете ли вы, что если горит крыша, надо звонить 01. Если нужна крыша, 02. А если снесло крышу? Хорошо. Однажды во Вьетнаме один наш боец с криком «Знай наших!» выскочил из окопа и стал всем показывать наших. Звонок в дверь. Звонок в дверь. Тревожный голос из квартиры. Надеюсь, это не воры? За дверью. Как сказать, я вам квитанцию принес на оплату жилья. А знаете вы, что такое высшая степень смущения? Это два взгляда, встретившиеся в замочной скважине. Я горжусь вами, друзья мои. Такая еще одна скабрезная шутка, но я считаю, что ради точности можно это произнести даже в эфир. Знаете ли вы девиз современного российского шоу-бизнеса? Если жизнь повернулась к тебе задом, то не расстраивайся, а подстраивайся. А знаете ли вы, что оптимисты – это те, которые даже на кладбище вместо крестов видят плюсы? Это для России, для российского оптимизма, по-моему, очень точная метафора. Ну и последнее, чтобы доставить вам радость, можете посмеяться надо мной. Это с себя написано. Знаете ли вы, что такое старость? Это когда нагибаешься, чтобы завязать шнурки, и думаешь, что вы еще попутно сделали? Приятно надо мной смеяться. Вот интересно, когда я говорю фразу «это с себя написано», зал смеется лучше. Стоит просто прочитать, посмеялись, но не так уже. Нет такого, чтобы тащились. Ой, хорошо. А вот это такая дурь, что читать стыдно. Врач-стоматолог поставил пациенту зубы и просит: а теперь, чтобы нам убедиться, что все в порядке, что я все правильно вам сделал, прополощите, пожалуйста, рот и скажите, сколько стоит сегодня сток сена? Пациент: что сказать, доктор? Доктор: сколько сегодня стоит сток сена? Пациент: откуда я знаю? Доктор: что откуда вы знаете? Пациент: откуда я знаю, сколько он стоит? А вам зачем это надо знать, доктор? У вас корова? Доктор: нет у меня никакой коровы. Просто как вам это объяснить? Мне надо, чтобы внятный разбор, что так, чтобы я вас понял. Произнесите, сколько стоит сток сена? Ну? Ну? Пациент: доктор, с вами все в порядке? Вам помощь не нужна? Нет? Доктор: со мной все в порядке, я с вами не уверен. Давайте, говорите. Пациент: что говорит? Сколько стоит сток сена? Сегодня. Пациент: я и вчера не знал, сколько он стоит. Я не понимаю, доктор, вы что, сеном торгуете, да? Как вам не стыдно? Вам что, заработка не хватает? Вы бы еще стропы парашютные вязать начали. Доктор: послушайте, я в последний раз вам говорю, я сеном не торгую, у меня нет коровы, у меня даже в детстве не было коровы, понимаете? У меня было тяжелое детство, я из детдома. Пациент: вы угрожаете, доктор? Доктор: нет, я объясняю, мне, лично мне, поймите, все равно, сколько стоит сток сена, но это мне надо, чтобы вы лично сказали, сколько стоит сток сена. Пациент: доктор, вы сейчас поняли, что вы сказали? Доктор: я-то понял, а вот вы давайте немедленно говорите, почем сегодня сено? Пациент: почему немедленно? Оно подорожать должно. Доктор: господи, ты зачем мне послал этого тормознутого? Пациент: ну хорошо, хорошо, не волнуйтесь. Так, доктор, а большой или маленький? Что большой или маленький? Сток сена. Средний, немедленно говорите, сколько стоит средний сток сена? Сегодня, средний. Хорошо, я скажу, только вы мне скажите честно, доктор, это выгодно сегодня сеном торговать? А то я, дурак, же кроссовками торгую, а наверное, сеном надо, да? Если да, можете не говорить, подмигните только. Вы сумасшедший, как можно торговать сеном? Это трава, понимаете, трава, травка. Но травкой как раз и можно торговать. Тем более такими объемами. Какими? Стогами. Причем тут травка? Я вам про сено говорю. Сено. Доктор, вы сено курите.
Новый извращенец, доктор. Это вы извращенец. Вы единственный пациент, который отказывается сказать, почем сегодня травка. Сено! Сено сегодня почем? Пациент. Все говорят, почем? Доктор, все говорят, ну, времена пошли, народ стогами травку курить начал. У меня к вам встречный вопрос. Доктор, вы пару кроссовок не купите у меня? Доктор, о боже, скажите честно, вы придуриваетесь? Конечно, придуриваетесь. Думаете, я сразу не понял, что вы взятки берете. Но меня возмутили размеры этой взятки стогами. Доктор, идите отсюда, или я заберу свою работу обратно. Пациент, нет уж, теперь я не уйду, пока вы у меня кроссовки не купите. Хотя бы одну штучку. У нас скидки, доктор. Кто купит одну кроссовку за $800, вторая бесплатно. Вон, господи, зачем ты послал мне этого выкидыша покемона? Пациент выходит. Рядом с кабинетом сидит другой пациент. Первый пациент обращается к нему. Извините, а вы можете сказать, сколько сегодня стоит сток сена? Этот пациент шепелявит. Запросто. Сколько сегодня стоит сток сена? Первый пациент. О, еще один придурок. Но этому экземпляру доктор долго будет объяснять, что у него было трудное детство. Я хочу вас порадовать такой небольшой коллекцией. Но скажу какие-то вступительные слова перед этой коллекцией. Я ехал в машине своей по радио, передавали интервью с каким-то кинорежиссером, и девушка, которая брала интервью, спросила у него: «Скажите, что вы снимаете?» Он сказал: «С гордостью я снимаю «Молодую гвардию». Она его переспросила, кто будет режиссером, а он продюсер, извините, продюсер из «Пентхауса». И она спрашивает, кто будет, значит, режиссером, и он так с гордостью ответил: «Я договорился с одним голливудским режиссером». И она так чувствуется даже на радио, что она опешила и переспрашивает: «А что, у нас нет режиссеров, способных снять «Молодую гвардию»?» Он гениальную фразу сказал, ну, которую только, может, я заметил. «Только американский режиссер, голливудский, — ответил он, — может снять хорошо экшен». Вы представляете «Молодую гвардию» экшен? Но в результате того, что Голливуд стал воспитателем, мышление-то наше заусилось. Вы знаете, я повторяю из концерта в концерт одну и ту же легенду. Она древняя. Я люблю древние мудрости, потому что, когда эти мудрости сочинялись, не было денег. И они сочинялись от души. Так вот, сказано, Земля – живое существо. А материки и страны выполняют функцию органов планеты нашей. Например, Россия обозначена мозг Земли. России не было. Но эта часть Земли, которая сейчас под Россией, обозначена в этой легенде мозг Земли. А американский континент – пищеварительная система. Посмотрите действительно на американцев. Они все как кишечники на ножках. Вот, вот почему я говорю, что мы следуем самому примитивному, что есть сегодня в американской жизни. То есть мы тоже становимся кишечниками на ножках. Знаете, только у русских есть такое выражение. Живем так, словно после нас хоть потоп. Вспомните цунами. Это очень точно. В русском языке есть эзотерика, которой нет в других языках. Ну, это было понятно по сказке, которую я читал. Но, смотрите, мне говорят: «Хорошо, а почему тогда, вот вы говорите, американцы бомбят, и будет где-то цунами? Бомбили Ирак, а цунами случилось в Юго-Восточной Азии». Я считаю, что можно решить проблему только смехом. Доказать ничего назидательно невозможно. Но есть еще одна ведическая мудрость, тоже очень точная. Посмейтесь над проблемой, и она уйдет. Я не хочу, чтобы у русских людей появился формат мышления. Вот эти рамки, которыми поставлены молодежи Запада. Мы ведь не отформатированы. Вот знаете, другое дело, что у нас у этого в нашем неформате нет вектора, куда нам энергию направить. Но, например, показывали такой тест. Человек за столом упал лицом в салат. И вот показывали американцам и русским. Все американцы сказали: «Умер». А вам даже не надо объяснять, что это. Они мыслят четко в рамках. Они не тупые. То, что американцы тупые, придумал не я, пародисты на меня. Тупые мы, что мы им подражаем. Мы заужаем свое мышление. Они должны жить своей жизнью. Мы должны жить своей жизнью. А что пишут в сочинениях? О, друзья мои.
Мало того, что один пришел в библиотеку, пришла девушка, и у моей знакомой библиотекарша, которая получила образование еще в советское время, то есть, представляете, какой ту Паркинсон тряс в этот момент, когда ее спросила молодая девчонка, мюзикл Гюго с хэппи-эндом называется «Нотр-Дам де Парис». Библиотекарша говорит, у Гюго нет такого произведения. Гордо, она же советская женщина образованная. А ты говорит, как нет? Ну, там еще главный герой Питкун. Мы получили часть молодежи образованной по шаблону западному. У них все перепуталось в голове. Благодаря этим экшенам. Гоголь родился на Украине под Ленинградом. Один написал. Еще один написал, это грустная фраза, плакать хочешь. Герасим утопил каштанку. Онегин и Ленский поехали в деревню проводить кастинг среди сестер Лариных. Чацкий сел в карету и приказал гони в аэропорт. То есть у нашей молодежи появляется тоже формат мышления. А мы не отформатированы. Это же гениальный случай, когда наши ехали, вот точный очень случай, наши ехали на машине по американскому спидвею, по скоростной магистрали. И, естественно, прошляпили съезд. А, ну, там это очень проблема, кто был, знает. Потому что если ты прозевал съезд, вовремя не съехал с этой дороги скоростной, то тебе очень далеко разворачивают, чуть ли не в другой город ехать. Ну, для наших это не проблема, вы понимаете. Наши задним ходом. Естественно, в них сзади машина вляпалась, американцы. Приехала полиция. Вот. Формат. Их мышление абсолютно не формат наш. Полицейские спрашивают у наших, что случилось? Наши говорят, те дистанцию не соблюдали. Они же сзади. Полицейские пошли к тем, поговорили, возвращаются к нашим, говорят, мы вас отпускаем, езжайте. Тут даже нашим стало интересно. Полицейские готовы, да? Готовы. Полицейские говорят, они были пьяные, те сзади. Почему? Потому что наши удивились, потому что американцы пьяные не ездят за рулем. Гениальный ответ полицейский. Они утверждают, что вы ехали задом. Я работал ботаником на Курильских островах. Ну, не ботаником, извините, в ботанической экспедиции на Курильских островах в 68-м году. Там есть такой аэропорт неподалеку от вулкана Менделеева. И, знаете, у нас был один механик, такой полуалкоголик, он всегда был пьян, хотя водки нигде не продавали. А привозили спирт, перемешанный с керосином для авиации. И вот он разделял спирт с керосином. А я спрашивал у многих американцев, очень образованных, таких руководителей научных в Америке, я прикалывался, как разделить спирт с керосином. Они задумываются, рисуют схемы нефтеперегонных заводов там какие-то. А Василий, Вася, знаете, что он делал? Понятно, они мне говорят, это очень трудно, мне ученые говорили, это же спирт и керосин, одинаковая плотность. Василий наливал воду в эту емкость, спирт растворялся в воде, плотность менялась, и он оседал, все. Он брал соломинку. И получался коктейль. Я много подобных историй, конечно, рассказывал по телевидению. И мне приходят письма какие-то, послания на электронную почту. Ну, с такими примерами замечательными. Женщина недавно написала. Ну, приношу свои извинения за то, что я процитирую то, что она мне написала. Но это так точно по отношению к нашим людям. Вот эта энергия, соображалка, образование и отсутствие вектора для всего этого. Она мне написала, я ехала в автобусе, вы совершенно правы, у наших людей нарушилась логика, нет для этой энергетики русской вектора никакого. Ехал рядом со мной пьяный, и его на меня вытошнило. После чего она ему задает вопрос, почему на меня? У вас же полиэтиленовый пакет в руках. Ну, разумно. Знаете, что он ей ответил? Ну, это только русский может ответить. Ты что, дура? Там же книги.
Вот, друзья, почему я рассказываю о западной жизни так много. Да потому что я не хочу, ну, чтобы мы стали обыкновенными. Чтобы мы стали аристократами не духа, а брюха. Но, к сожалению, нас воспитывает молодежь сегодня попса. У меня новая коллекция цитат из попсовых песен. Когда-то я это назвал уродиями, потому что на эту пародию сочинить невозможно. Вот что поют наши молодежь. Это я для вас читаю, поскольку вам нравится это все. Я согласен, что попсу можно вот танцевать под попсу, когда нижняя чакра работает. Но верхней чакрой это воспринимает. Зацепилась я ненастьем за плетень. Это часть туловища такая у нее ненастье. Застыли клены в июльском снегу. Это совсем плохо училось, кто писал это. Некоторые читать неприлично. Я буду... Ну, как вообще это можно уместить в стихи, в песню? Это в стране, где был Пушкин, Цветаева, Блок, Мандельштам. Перечислять можно бесконечно. Я буду самкой дельфина, а ты большим китом. Ну, картинка сумасшедшая рисуется такая. Причем это вообще все из фильма ужасов какого-то. Все проблемы разрешу, со своим нетленным прахом напоследок согрешу. Это песня. Вот как на эту пародию, да? Знаете, я иногда вот о чем думаю. Наши старушки сегодня сидят на завалинке или сидят перед входом в дом и рассуждают. Вот мы и пели песни, а что теперь молодежь поет? А представляете, пройдет лет 60, сегодняшние фаны попсы, бывшие вот наши девчонки сегодняшние, они будут старушками, будут сидеть у входа в подъезд и говорить, вот что мы пели, не то, что сегодняшняя молодежь, какие песни были, сиси-маси, писи-вуси, вот это вот. Ведь то, что Катя Лель поет, это не поддается пародии. А как поддается пародии вот это? Не надо никаких пародий сочинять. Без тебя мои глаза, как налитые груди без чада. О, метафора. Соски на глазах. Вот это. Я попала в сети, которые ты метил. Не слабо, да? Расцепились наши руки и упали в пол глаза. Со стуком причем, видимо, брякнулись. Ну это, вот и кончился бал, я последнее в брюки заправил. Молодежь, это вы на дискотеках, вот слышите все, вслушивайтесь, большое удовольствие получите. Ну, еще один написал, я могу летать веками порхая. Порхатые веки, видимо. Ей, говорят, ты изобразительный погляд. Ему надо обязательно взяться, вот тому, кто это поет, надо взяться за руки, знаете, с кем? С тем, кто поет «Мои губы колышатся на ветру». Вот. Это вот одно чудовище. И губошлеп такой. Как в это влюбиться можно? Это песня о любви. Веками порхая и губы на ветру. Да. Сейчас, друзья мои, сейчас я вас еще порадую очередным. Я разносчик дурашлепства. Вот только этому чудовищу может быть посвящена такая песня, лирическая. Все фигня, только ты и я. Да, да и ты фигня. Конечно, фигня, это как да. Только я. Вот такая песня с таким припевом. Что-то еще я тут пропустил. Ну, песня о любви. Ну, как меня пародируют? Я теперь уже пародирую тех, кто меня пародирует. Вдохните воздуха в грудь. Вам же выдыхать чем-то придется. От моей любви желтый снег под твоим окном. Я довольно часто выступаю с записями, с наблюдениями, которые были сделаны мною в моей записной книжке. И я предложил телезрителям тоже
замечать что-то, делать свои наблюдения, как я называю, наблюдашки, и присылать в наш электронный почтовый ящик. И сейчас я хочу зачитать вам из этой почты, вперемешку с тем, что я сам видел в жизни, целую такую большую коллекцию дурашлепства такого всероссийского. Это я прочитал в электронной почте, присланное объявление. Ремонт квартир на дому. Это, видимо, в общем, не для очень развитых людей объявление. Которые иногда сомневаются, где же будет ремонт. Рядом с гостиницей в Нижнем Новгороде растяжка. Здание «Дом рыболова и охотника», и на растяжке написано «Уж 200 лет, как Пушкин с нами». Вообще, отчизна, конечно, не беднеет дурашлепами. Это слоган партии ЛДПР на рекламном щите «Мы за бедных-мы за русских». Аплодисменты, знак согласия. Это же у нас как митинг получается. Вот тоже, вот этой серии я не понимаю. Мы сведем вас с ума нашими ценами. Это я слышал сам, рекламу по телевидению. Отбеливатель особый. От него пятна исчезают на глазах. Это я тоже видел в ларьке в Комсомольске-на-Амуре. Объявление, что продается. Купальники, плавки, теплые носки. Хорошая картинка рисуется, да? Это присланное. Право на бесплатный проезд в маршрутном такси имеют милиционеры в форменной и бесформенной одежде. Милиционеры, слышите? Имейте в виду. Гладить не надо в Комсомольске. Без формы езжайте, все. Свадебный салон в Москве. Замечательная реклама. Свадебные платья для самых шикарных невест. Постоянным клиентам скидки. Только у нас есть дороги с трехполосным движением, где есть средняя полоса для обоих направлений. Только у нас, если люди ошибаются номером телефона, попадают не туда, еще права качаю. Почему трубку снимаете? Я не вам звоню. Это не придумано, это все я в жизни встречал. Мне звонок. Вы не знаете, кому я звоню? Я говорю, знаю. Она говорит, спасибо большое. И повесила трубку. Все. А в Киеве в гостиницу звонок. И где я попала? Я ей ответил, вы можете перезвонить, я плохо вижу вас. Она говорит, поняла. Все, разговор закончился. Сочи, звонок мне в номер. Это номер 232? Я говорю, да. Голос. Обалдеть можно. Все! Вы поняли, что башню снесло у людей? Спокойно, спокойно. Только наш человек упаковку от подарка. Упаковку от подарка. Может открывать бережно-бережно, чтобы ее потом еще кому-нибудь подарить. Мужики, дальше не слушайте. Страшная фраза. Только наши мужики ходят к любовнице, чтобы выпить. Женщины довольны. Только у нас считается, что вечеринка удалась, если все гости за ночь 3 раза бегали в магазин, сорвали голос, дверь надо ремонтировать, стекло вставлять. Удалась! Более того, еще соседи звонили в милицию, милиция приходила, ей налили, и они тоже считают, что удалась вечеринка. Только наши мужики могут на пляже в самый санцепек пьяные и обгоревшие, с трусами мокрыми на голове, играть в шахматы на щелбаны. Только наш
может обмыть покупку на сумму в 4 раза большую, чем стоимость покупки. Только наш может поспорить на ящик водки, что он бросит пить. Только наш после пол-литра выпитой в 30-градусную жару поет «Ой, мороз, мороз!». Только наши футбольные болельщики верят, что наша сборная может еще победить за минуту 45 секунд до конца матча. Даже если счет 6-0 не в нашу пользу. Но они сейчас возьмутся, сейчас тренер найдет, сейчас смерит тренера, и все будет в порядке. Только у русских есть выражение «красив, хоть в гроб клади». Только от наших я мог услышать фразу «Мы вчера на джипе так перевернулись, ужас». Но, слава богу, все были пьяные, поэтому никто не пострадал. А мне менты рассказали, женщина, будучи за рулем, перевернулась на джипе. Они спрашивают, как вы смогли, вам никто не мешал. Она говорит, я пыталась колготки переодеть. Это... Они ей говорят, это невозможно. Она говорит, раньше получалось. Только наш, перебегая улицу, на красный свет может быть сбит встречным перебегающим. Только наши в туман, будучи за рулем, высовываются из окошек автомобилей. Они думают, лучше видно. Вот так двое ехали навстречу друг другу. А при мне в туман, в гостинице мужик в 2 часа ночи, в туман выжил в трусах на балкон с пылесосом. И стал водить пылесосом по туману. И кричать, уходи, туча моя. Мне летная погода нужна. Он... Уникальный народ. Только наши, не зная ни одного языка, за границей могут объяснить руками все, что им надо. Французская стюардесса чуть не заплакала, когда наша ей руками объяснял, что ему минеральную воду без газа, но с лимоном. Руками, да, он говорил, минерали вассер. Это по-французски он говорил, минерали вассер. Слышь, вот, now. Ты поняла? Now, чтобы, вот. Но слышь, вот с этим вот, изобразил поджелудочную железу, когда в нее лимон попадает. Когда я летел в Хабаровск, меня разбудила стюардесса со словами, не пожалеете, посмотрите, как спит пассажир. Только русский человек может в самолете спать на кресле на животе. Я, например, с трудом понимаю, что означает выражение «незаконная торговля наркотиками». Потому что должна же быть законная, значит, где-то, если... Я ехал в Ригу, идет таможенник, а рядом в купе соседи со мной, ну, перепились русские ребята. Они вообще не понимают, где они находятся. А он идет и орет. «Оружие, наркотики, у кого есть?» И вдруг голос из соседнего купе, явно только что очнувшегося человека, «Пора иметь свои!» Вы знаете, мне присылают жалобы иногда. Например, отключили газ в целом районе. И они написали жалобу, жильцы. А вы же понимаете, что правды найти негде. Так они у меня правды ищут. Им ответили, знаете что, проверкой по вашей жалобе на отключение газоснабжения вашего района установлено, что газ отключен в рамках антитеррористических мероприятий. И я, конечно, очень много говорил со сцены о том, какие я видел объявления в газетах. Ну и, конечно, пришла целая коллекция от телезрителей. Объявление в газете. В разделе «Доска объявлений». «Жена на даче до 1 сентября. Звоните до 31 августа». Объявление в газете, это у русских, может быть. «Кто нашел на дороге карданный вал?» Гениально, да? Ну кто еще может, кроме русского, потерять вал и опомниться дома, и доехать без него до дома, да? Так. Это объявление я видел, и оно было бы мне прислано тоже. «Один звонок, и вам оформят свидетельство о смерти и изготовят венки».
объявление в газете вакансии. Требуются на работу юноши и девушки до 50 лет. А еще, знаете, мне очень интересно читать бывает. Вот то, что написано в разделе, где печатаются все эти маги, колдуны, региональные шестых разрядов. Вот что они пишут? Верну мужа в семью. Гарантия 200%. Ты чего, еще одного мужика вернешь? Еще одно объявление. Сниму сразу все. Ты о чем? Или чтобы народ завлечь. А это ошибка была в рекламе, но такая точная. Одна запятая неправильно поставленная. Снимаю, запятая, порчу. Вот это точно про колдунов региональных. А их ведь тьма тьмущая по России болтается. С синяками по третьим глазам. В одном из аэропортов. Летайте самолетами Аэрофлота. Небо для всех одно. Это для бюро ритуальных услуг лучше. Это небо на всех одно. Рекламируются блинчики, готовые, мастерица. Голос за кадром по телевизору. Представьте, а у нее имени голоса добрые. Представьте, что у вас на кухне завелась женщина. Тихая, молчаливая и печет блинчики. При всей моей фантазии мне очень трудно представить себе, что у меня, независимо от меня, на кухне завелась женщина. Город Екатеринбург, Урал. В автобусе едут сдавленные пассажиры утром, все злые, все всмятку практически. А и это видно через окна, а под окнами, естественно, реклама. Уральские пельмени. Ну что вам сказать? Очень, конечно, много пришло таких писем с наблюдениями за названиями. Очень же много фирм, киосков, ларьков, магазинов, салонов красоты. И бизнесмены стараются дать очень яркое название, запоминающееся, чтобы люди только к ним шли. Но бизнесмены многие сегодня или безграмотны, или давно забыли собственное образование. Есть реклама «Мария Антуанетта». Она в тюрьме, в Бастилии, к ней, ей краску приносят перед казнью. И она должна покрасить этой краской, рекламирует. Антуанетта в Бастилии не могла быть, потому что Бастилия была разрушена до этого, до того, как ее посадили. Но об этом никто не знает. Сегодня американское образование у нас вступило на нашу землю. И, конечно, многие бизнесмены не понимают даже слов, которыми они называют свои фирмы. Например, есть такси-фирма, называется «Стикс». Это река смерти, друзья мои. Причем плакат «Наша фирма доставит вас по адресу». Как вам нравится название магазина? «Меха Афины». Вы видели у Афины меха когда-нибудь? Одежды магазин «Амнезия». Юридическая фирма «Святой консалтинг». Это вообще понять невозможно, что это. Ну, это для дураков вообще все. Магазин мехов в Уфе. Знаете, как называется? Умка. Жалко Умку. Универмаг есть. Мираж. Вот это точнее название. Причем тоже плакат у нас есть все. Мираж. Аптека. Большой кайф. А в этой аптеке лекарство для печени – глюк. Очень много открылось японских ресторанов. С японской едой суши стали модными, особенно среди пацанов, корешей. И поэтому многие японские рестораны сегодня готовят для русских. Вот японцы говорят, у нас таких блюд нет. Там, допустим, там пельмени из креветок. Вот они вообще не знали, японцы, что такое возможно. Я говорю нашим, вы еще готовьте блинчики с устрицами, там, сашими из шпрот. Ну и название, конечно. Бар суши. Бар харакири. В Красноярске суши-бар называется Pearl Harbor.
Но образованные люди, посмотрите. Все знают, что это такое. Автозаправка «Бонзай». Ну, это вообще кличка Микадзе. Кстати, в одном из городов есть грузинский ресторан, называется «Камикадзе». Они думают, что это грузин был такой, «Камикадзе». Ой, охранная фирма. Охранная фирма. «Циклоп». Много она охраняет, фирма. Магазин «Титаник». Недолго жить осталось магазину, но главное, написано, находится под охранной фирмой «Айсберг». Вот вся Россия в этом, в каком-то несочетании совершенно, в несуразице. Я прохожу каждый раз с ужасом мимо магазина в Москве, который называется «Мир дверей». Я не хочу жить в мире, где одни двери. А еще есть мир вытяжек, мир паркета и мир дуба. Еще бы написали «Дам дубу». Вот. Есть оконный мир и мир ботинка. Одного. Во Владивостоке мир колес. Ну, это для нариков. Магазин «Сантехника от звезд». Вы можете мне это сочетание объяснить? Это что, вот Королевой была сантехника? Она ее отвезла туда, что ли? Это вот унитаз, которым пользовался Николаев. Салоны красоты по стране. Первый называется «Ля Рошель». Это крепость во Франции. «Бастилия». Имидж-центр «Голгофа». Имидж-центр «Аскарида». Ну, имя красивое. Они думают, что это женское имя. У наших ведь еще фантазия. Наши придумывают такие блюда, названия таких блюд, которых в мире нет. Там я недавно уже, я очень люблю читать меню. Есть я это не могу. Но когда я читаю в меню «Орел табака», зайдите в кафе «Пушкин». Мясо кабана, а домашнего и припущенного в малине. Хорошо, что прямо не написали «опущенного на малине». И вот с этой фантазией, разгулявшейся, разбушевавшейся, на русские полуграмотные бизнесмены называют свои магазины. Магазин называется «Колбас-барабас». Мужской одеколон «Контакт». Рядом стоят женские духи «Есть контакт». Магазин бытовой химии называется «Пальчики оближешь». В Петербурге сам видел парфюмерный магазин «Прости, Франция». Ну, иногда, конечно, остроумно, бесспорно. Сушеные кальмары называются «Сухофрукты моря». А я в одном меню читал «Сок из сухофруктов». Вот вы можете этот вкус представить? Бля. Бля. Пиво называется «Икота». В зоопарке московском вольер с крокодилами называется «Крокодилярий». Автозаправка под Красноярском. Пи-пи. Зубоврачебный кабинет «Терминатор». Печенье «Затяжное». Пирожное «Наполеон русский». Наш Наполеон. Одежда из кожи. «Шкурный интерес» магазин называется. Буфе кафе «Бурятские позы». Чем они отличаются вообще? Что-то буряты, видимо, там такое вытворяют интересно. Бурят. Бурят. «Мир ароматов» магазин в скобках. «Парфюмерия», «Нижнее белье». Туалет, название «Аист».
супер-мини-маркет Гранд. Только у русских супер-мини-маркет. Похоронное бюро. Быстрая лопата. Советские витамины. Здравушка-отравушка. Магазин, в котором продаются подушки. Называется «Ни пуха, ни пера». Это очень точно, да. Конечно, ветошь. Практически подушки из ветоши. Я говорю, вы еще слоган вывести, пусть земля, пусть подушка тебе будет пухом. Так. Это так нельзя быстро читать, это слишком смешно, это потом. Парикмахерские. Бульдозер. Торнадо. Везувий. И гербарий. А иногда сокращают в объявлениях. Это так смешно. Например, в нашем салоне производится наращивание ног. Туристический тур в Бухарест называется «Бух-тур». И умеют правду говорить, когда не понимают, что говорят. Туристическая фирма называется «Турдом». А это объявление в газете. Ищу работу, няня, педобраз. Видимо, педагогическое образование. Ну, я бы не хотел, чтобы у меня няня была педобраз. Реклама в Москве. Наша пицца самая пиццатая пицца. И в Сочи сауна. Называется «Армагеддон». Я говорю, вы плакат повесьте, помойся напоследок. Это... Ну, слово красивое, они же не знают, что оно означает. Ну, и, конечно, в одной из передач я рассказывал о том, какие я видел ценники детских игрушек. И я говорил, что если бы у меня были такие игрушки, вот как сейчас выпускаются, да еще с этими названиями, ну я бы в конвульсиях провел оставшуюся часть жизни. Далматинец малый, далматин средний, бегемотище. Бегемот Матроскин. Ослик с проволокой. Интересно, где у него проволока? Медведь с выпученными глазами. Это... Представляете, у меня в детстве это было. Ну, я бы здесь не стоял, я бы уже давно в сумасшедшем доме был. Сумасшедший бык Греко. Мишка белый с двумя сердцами. Вот такой чернобыльский вариант. В чернобыльских лесах вырос. Свинья в скобках стоит. Медведь ушастый. Это, видимо, мама у него с зайцем загуляла. Как медведь ужасный. Что это такое? Волк, вабан. Заяц, чук игольчатый. Во. Коты влюбленные. Два кота обнимаются, игрушка. То есть среди котов тоже секс-меньшинство есть в мире животных. Снегурочка в скобках, мальчик. Дед Мороз на палочке. Говорун с яйцами на горошине. Скунс действующий. Спокойно, спокойно, спокойно. Я не говорю «тихо», потому что это уже пародисты на меня использовали. Спокойно, спокойно. Маникюр. Двоеточие. Мужской, точка, женский, точка, французский. И вот думай, напрягай мысль, о чем речь идет. Объявление в газете. Сейчас. Ну, это в магазине самообслуживания. Не воруйте, государство не любит конкурентов. У кого-то в научно-исследовательском институте, уходя, выключи газ, свет, воду и сигнализацию. Ой, дальше читать страшновато. Потерялась собака, кличка
Пруха. В скобках, с восклицательным знаком. Сука. Нашедшему обращаться по телефону такому-то спросить лысого или кабана. Вот вся же житуха в России видна за этим. Ой, а какие в протоколах фразы есть у следователей? Наташа взмахнула руками вверх. От этого взмаха руками вверх у Шилова с морды упали зубы. Мухин избил Мухину мухобойкой. Объявление в магазине мехов, извините, шубы из лобков норки. Просто ручная работа, я вам должен сказать. Это же, это левше такое не снилось. Что там подковать блоху? А вот и вот набери столько этих штук. У норки-то. Еще что за норку принимать в этой ситуации? Давайте прилично что-то скажу. В Суздале шахматы вырезаны из костей народных умельцев. В строительном магазине наклеиваем обои на совесть. Это правильно, потому что без совести политиков сегодня только строители. Объявление в газете. Фирма дала. Мы разделим ваше имущество после развода без вашего участия. Ой. Два ценника подряд. Сельдь обалденная. Рядом сельдь еще обалденная. Вообще, я иногда логику нашего человека понять не могу. Звонок мне в квартиру. Где-то 3:30 утра. Здравствуйте! Я говорю, здравствуйте. Пауза. Через паузу. Такси можно заказать? Я говорю, нет. Пауза. Он спрашивает, почему? Я говорю, вы не туда попали. Пауза. Он спрашивает, а куда я попал? Какое твое собачье дело? Куда ты попал? Можешь мне рассказать? Я говорю, в квартиру. Пауза. Он говорит, а почему вы не спите? Медики, бывает, обижаются. Вы ничего про нас не сочиняете, милый. Про вас не надо ничего сочинять. Я это много раз говорил со сцены. Зачитываю цитаты из истории болезни. Записи в журналах медицинских. Ну вот, например. Ой, такая картинка рисуется в стране. Господи, чем наши болеют? Отравленная с детства привыкла есть мел, поэтому откусила карандаш от таракана. Пострадавший хотел избавиться от жира, увидел рекламу о том, что стиральный порошок уничтожает любой жир, и натер им себе живот. Сумасшедший народ. Больной примерно 45 минут ковырял в носу. После чего у него началось кровотечение. Диагноз – слабая слизистая оболочка. Очень смешно, мне очень понравилось, кто-то прислал. Сайт зубной больницы – www, зубов нет. Доставленная в больницу с ожогом, ночью решила погреть среднее ухо утюгом, но заснула. Тихо. Внимание. Гениально. Никто ни из юмористов не сочинит. Больной начал пить в 12, но не помнит утра или ночи. Выпил 200 или 500 грамм водки, не помнит сколько, после чего вызвал скорую, чтобы узнать, сколько времени. А это еще гениальнее. Вот это весь русский характер. Отравление. Ночью очень захотелось есть. Съел два пирожка, четыре булочки.
один стакан молока выпил, съел 2 соленых огурца, 1,5 литра киселя, заел это все оливками с косточками, считает, что отравился пирожком. Ушибленная, хороший диагноз, ушибленная, шла по темному коридору, запнулась об угол. Упала, ударилась об розетку. Вообще, это какая-то фантасмагория. Запнулась об угол. Ушибленная, ударилась об розетку. Розетка разбилась. Произошло короткое замыкание. Обожгло ушибленное лицо. После чего она испугалась. И была доставлена с тиком в больницу. А это эксклюзив для богатых. 9 мая моему мужу стало плохо. Я вызвала скорую, которая приехала 11 мая. Врач попросил сначала выпить, после чего сделал укол в диван и уехал. Я не могу, вы так хохочете. А мужик решил поехать на каток. И думает, там же грязь такая, переодеваться в этих вонючих раздевалках. А, поеду. А он на «Жигулях» должен был ехать, у него старый «Жигули». Ай, надену коньки и поеду. Вы думаете, вот американец, он не наденет коньки, садясь за машину, за руль. Он сел, поехал. Аварийная ситуация, надо быстро на тормоз нажать. Ну, вы понимаете, коньком очень трудно найти тормоз. Он промахнулся. Авария. А он не выходит. Приехала ГАИ. Говорит, выходи. Он вышел. Я бы хотел посмотреть на глаза гаишника в этот момент. Мужик за рулем в коньках – это чисто российское, друзья мои. Объявление. Сажаю огурцы, удобряю огурцы, поливаю огурцы, собираю огурцы. Ненавижу огурцы. Судьба человека видна за этим объявлением. Ой, в кафе на стойке табличка. Чай у нас только в пакетиках. Мы за безопасный чай. Кстати, от чая. Вот я, когда летаю в самолетах, я всякую муру читаю. Полезные советы. Боже мой, и дочитался, наконец. Как способ избавиться от соринки в глазу? Только наши могут до этого додуматься. Американец пойдет к врачу, операцию будет делать. Нашему не надо. Вот что предлагают русским. Заварите в стакане крепкий, горячий, обязательно черный чай. Затем опустить глаз, в котором соринка в стакан с чаем, и моргать им в стакане, пока соринка не вымоется. Ну это гениально, этот народ победить нельзя. В одном из баров Челябинска в платном туалете надпись: «Видеонаблюдение ведется с целью вашей безопасности». На рынке объявление. Требуются... Готовы? Шаурмовщики и бастурматоры. А это за сокращение я бы приз дал, честное слово. Это в салоне красоты. Работают мастера. Маник и педик. Или маник и педик. Я не знаю, как читать. Ну, маник и педик, в принципе, нормальная парочка такая. На вокзале объявление. Купи 5 беляшей и собери кошку. По всей Москве висит реклама. Кто купит у нас квартиру 300 метров, тому бейсболка в подарок. На двери кафе в Петербурге. Ой,
Ну, я вам предупреждаю, не ходите туда. Хотя люди сидят. А объявление такое: у нас Х-пиво и Г-кофе. Я сейчас уйду, да? А вы сделайте такой вид, мы же на телевидении, как будто вам понравилось все. Я говорю, и вы, ура, еще, и я выйду, поклонюсь. И тогда на телевидении будет ощущение, что у нас хорошо все прошло. Скоро 60 лет. Не могу. Спасибо. Будьте богатыми. В исконно русском смысле этого слова.